Охренеть. Да уйди ты уже нафиг! Запарило, если честно. Да, конечно, жалко Дивулю. Она спасла нам жизнь в самом начале. Но ничего не поделать. Она превратилась. Поцелую ее еще на прощение. Сам ты ему начинал, паскуда, а? Сейчас мы тебе еще вторую руку нахрен отрубим. А потом за тобой еще раз вернемся и ногу тебе отрубим. А потом еще четвертый раз за тобой вернемся, еще другую ногу тебе отрубим. Потом будем возвращаться, еще по уху будем отрубать, короче. Он говорит, бессмертный будет, да? Что мне делать? Your whole world's about. Дай нам тебя убить просто. Сдайся. You can't win. Why can't you understand that? Ух ты жестокий, паскуда, а? Ну ща, мы тебя так по чуть-чуть и нахреначим. Иди сюда. Ну чё, еще чуть-чуть осталось? Ну как чуть-чуть? Не совсем чуть-чуть. Так. Фу. Ну пока что простенько, то есть ничего такого сложного нету. Я надеюсь. Ух. А, ну, не успел сказать. Не успел сказать, чтобы не было чего-то. Охренеть. Вот это уже да. Это уже тяжелее. Так. Фу, ребят, просто молчу, потому что это реально напряженная такая ситуация. О, почти. Ну как почти? Не совсем. Ой! О, еще, да, еще убей нас, пожалуйста, мы этого очень хочем. Так, ну что, ребята, последний удар. Иди сюда, иди сюда. Все, наконец-то убили. Фу, подчищая хвосты, даже ачивку дали. Ага, может. Лучше дай нам вот эту меч или что это? I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes. Then why don't you? Because you're not the kind of loose end you leave untied. Опа. Брутальный пацан. Troy, it's Crane. Crane? You're alive. Troy, Jade. Jade's dead. Oh. I'm sorry. И все эти уже мертвые зомби, которые тут были в предыдущей части, куча. Райс. He forced us. Jade saved my life, Troy. Again.
She died, saving me. Crane, you've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. So you could save the rest of us. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone, halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy. On my way. Как, блин, как, сквозь стену, вы что, охренели что ли, вот эти баги? Ни хрена себе мечик, ни хрена себе. Вот это рубануло. Так, это что нам дается? Типа бонусная зона? А нет, достаньте вещи из сумки. Или это типа наши вещи? Хотите получить назад все пистолеты, которые прежде у вас были в инвентаре? Да. Оружие Тахира, мачете, уфонарь. Что мы можем выкинуть? Ребята, подскажите, что мы... Монтировку, в принципе, можно сразу выложить. Немецкий пистолет, рабочий топор тоже. Ой, а че... Мачете панга. Это, в принципе, тоже можно. Это выложим, а вот это заберем. Так, ну что, ребята. Фу, что нам нужно? Тут у нас ничего нету, инвентарь. Экспалибур. Мы заменяем на двустволку. Полицейский сюда. Немецкий пистолет сюда. Топорик. У нас тоже что-то было. Вот это. Это нужно, в принципе, уже доломать. Идите в сектор 0. А, ребята, да, эпичная, конечно, серия, в принципе, часть. Потеряли Джейд, но не знаю. В музее мы уже были. По сути дела, конец уже близок, как мне кажется. Посмотрим. 20 кусков. Ни хрена себе опыта. Доктор Камден, это Крейн, do you copy? Крейн, good to hear you're still alive. Did you find Джейд? Здрасте, зомби. I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, Crane, but remember, we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Встретись, строй. Я надеюсь, у нас есть какие-то навыки. Есть, конечно. Научись использовать чертежи эффективнее, чтобы наносить больше критических ударов. Ну, пускай. Это, в принципе, даже пригодится. Фу, ну что, да, эпично, конечно. Ой, вот что я еще забыл, ребята, я прошу прощения. Взрывпакеты, взрывной сюрикен, вот это на кошку. Взрывпакеты. На взрывпакеты мне нужно поменять на... Где нафиг наш коктейльчик Молотова? Я надеюсь, мы его не профукали. Вот он. Конечно, немного, но все же. Ну что ли, ой, потопали, короче. Да, нужно нам бежать. Как можно быстрее. Встретись, строй, да. Еще раз прочитал, потому что уже забыл. Нам нужно туда бежать. Нет! Ух, ну ладно. Я не знаю, не убьемся, но почти. Можно, в принципе, было кошку использовать. Охренеть, что нам, как нам тут спускаться? Ага. Залутаемся, мы залутаемся. О, это что там? Ну ща мы придем, вас там накажем, или что мы там с вами сделаем. Так. Ладно, идите-ка вы сюда. Чтобы с вами долго не париться. Как я ненавижу вот этих бешеных.
Вот так и нужно сразу было. Твою мать! Ну ладно, раз ты такой жестокий. Ух, лечилок не напасешься на вас. На тебе. Да твою мать. Да ты меня пинаешь? Ты меня пинаешь, зараза? Три лечилки на вас искорежил. Я надеюсь, хотя бы тут что-то будет толковое. И что нас сейчас не убьют, пока мы это открываем. Ну или хотя бы не нападут. Да твою мать, откройся уже наконец-то. Вот. Что-то будет там путевое, толковое. О. У нас вот этих хреней уже просто дофига. И это все нужно будет потом относить тому чуваку в первом городе. Это, в принципе, если честно, далеко, поэтому... Ух, нифига себе! Так, куда нам? В какую сторону вообще? Так, замечательно. Сюда мы перебрались. Сейчас дальше, ребята. Не будем мы помогать, не будем мы в данный момент тратить время, потому что, ну, на сундучке тоже, говорю, не нужно тратить время, а сам открываю сундуки. Но все же, ящики точнее. Ну, может что-то будет полезное, фиг его знает. Но все же нужно быстренько еще бежать. Инвентарь заполнен, тогда кофе возьмем. Так. Ага, хотел на меня нап... Ни хрена себе ты живучий. Вот или вор из щит, это двухствольное ружье, чувак. Все, больше никто. Вот там на крыше кто-то еще бегает. Не хочу палиться. Да твою! Руку отрубили, чуваку, пофиг. Ну, в принципе, да, это же зомби. Ща мы это быстренько перебьем. Всех, вроде всех. Фу, ну что, ребята, последний ящик мы открываем и валим отсюда. Ага, значит, где-то по центру. Хотя, может, где-то вот тут. Вот. Нужно потом будет вернуться в первый город и вот эту всю хрень... Вот, еще одна, видите? Это что? Ценности и набор помощи, вот это. Это очень много стоит, в принципе. Не то, что стоит, а даже много опыта дает. В принципе, это ценное. Ну, как по мне. Вот так, чтобы даже не париться с ним. Твою нафиг. Так, ладно. О, другое дело. Так, безопасная зона уже, да? Замечательно. Ага. So, what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town? The fastest way is through the sewers. Опять канализация. Идите вы в попень со своими канализациями. Я уже запарился. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. Entire world will hear you. Ладно, так уж и быть.
Только я не люблю. Ребят, вы любите вообще канализации? Я помню одного человека, который говорил, что тоже не любит, одного подписчика. Он тоже говорил, что не любит, когда в играх нужно по канализациям бегать. Я в какой-то степени с ним согласен. Да, это круто один раз. Да, это круто один раз. Два раза это уже не круто. Но когда мы уже идем в канализацию, какой нафиг по счету раз, что я уже даже не помню, вроде третий что ли, то это, ну, не очень круто, потому что это надоедает, если честно. В какой-то степени это уже надоедает. Раз пошли, так же как в Dead Island, да, там тоже точно так же было, что с одного города тебе нужно было пробраться в другой город точно так же, то есть через канализацию, потому что мосты обрушены, что там... Что там было еще? Туннели развалены, завалены, и, в принципе, нужно было идти через канализацию. Тут, в принципе, вот это повторяется, и тут точно так же все разрушено, все завалено, и нам нужно идти через канализацию. Ну ладно, но потом опять через канализацию, сейчас опять через канализацию. Это не очень уже круто, потому что это уже, если честно, немного надоело. Так, ладно, не буду я с ними сражаться, с этими педиками, поэтому мы, ребят, в принципе, дальше побежали, чтобы быстренько куда-то... Вот, нам туда, да, нужно, как я понял? Хрен его знает. Я думаю, что педиками, я даже не знаю, как их назвать, люди Раиса, пускай будет так, да? Опа. А тут вообще можно промахнуться? Или тут автоматически, знаете, вот так направляет нас туда? Не уверен, но все же. Ох, канализация. Здравствуй, миленькая канализация. Мы по тебе скучали, да, ребята? Не выпрыгивайте никто. Так. Ага, я думаю, как нам пробраться. Так, ща, ребята. Откуда вы столько взялись? А, так вы там падаете. Так, конечно. Там, ребята, там еще был взрыватель. Офигеть, как мы успели выбраться оттуда. Так, ну что? Войдите в канализацию, так мы уже тут. Ну как бы, нам еще походу дальше. Не люблю я канализации, не люблю спуститься в канализацию. Никто не любит канализации. Один раз может, да, как я уже говорил, но в эфире нужно убедиться, что сигнал усилится и пробьется сквозь блокировку радиосвязи. Ну ща мы полезем туда. Опа. Какая-то новенькая канализация. Хотя... Я не в курсе. Ну да, в принципе, какая-то новенькая канализация. В такой мы еще не были. Хотя... Вот тут уже смахивает на такую, как мы были. А это что? Это уже ночь? Знаете почему? Потому что, смотрите, нам идут удвоенные очки опыта. Fuck it. Is that a kid? No way. И поэтому это двойной опыт, значит уже ночь. Ребята, там вот этот малыш, ребенок зомби, который плачет и привлекает новых зомби. Это на самом деле очень хреново, потому что... Вот, видите почему, да? Мало того, что он нас орет, да, и смотрите как... Хреначит. Так плюс тому, там еще и новые зомби на его звук прибегают. Прошу прощения. Shut up fast enough, shit. Я согласен. Одной пулей двоих убили. Мы прям мощные.
Короче, как я понял, они просто-напросто будут вечно лезть, да и все. Это не смешно уже нафиг. Харе уже вечно вылазить. Ребят, смотрите. Найдите подземный радио проход. Motherfucker, я согласен. Как я вот этих ненавижу. Я бы тебе твои руки накачанные в жопу бы засунул, если бы мог. Нам, походу, его убить нужно, как я понял. Да твою, ух, охренеть, ты даже меня напугать успел. What the fuck? Да что за х? Вы вообще видели, ребята, что это было? Он меня ударил, я упал, потом через бак он меня убил сразу с одного удара. Чё-то в жопу было, кто-то мне скажет. Ах, ладно. Я надеюсь, мы с ним справимся. Я надеюсь. Едят-то в жопу. Ну как-то вот так. Ага, да, как-то вот так. Не сработало. А вот так, зараза. Ага, может. А вот так, зараза. Паскуда. Ну то, что он забаговался, ребята, видите, я же говорил, что это баг, и это действительно баг, как вы видите. Он там стоит и ничего даже не делает. Ну а чё, не ожидал, паскуда? Питбуль. Фух. Так, ладно, ладно. Ну что, ребята, там мы можем что-то изучить. Вот это я бы хотел, конечно, но... А вот это что? Ваше тело становится крепче, может выдержать больше урона. Это круто. Это нужно сразу изучать. Так, ладно. Ну что, ребята, нам нужно дальше топать. Так, ладно. Опа-о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 па
какой-то степени даже заканчивай. Но тут посередине канализации я, если честно, не очень хочу заканчивать. Нужно хотя бы, знаете, выбраться отсюда, что ли. Опять так спускаться. Ну скажите, что не баг. Еще какой баг нафиг? То есть как-то завис, это, короче, как Спайдермен какой-то был. Не как кошка Крю, как какой-то реально Спайдермен. Да, ребята, смотрите на карту, сколько их тут. Ух ты твою! Ты меня реально напугал. Ну иди сюда. Ребят, смотрите, они позависали. Нет, не позависай! Вот это уловка. Ну что, кто следующий, паскуды? Ну что, ага. Ну давайте, я вас жду. Вот смотри, какая уловка. То есть они не нападают, и когда я достаю пушки, они сразу нападают. Убили. Убили.
Да, жестоко, жестоко, я согласен. Только не сбегайтесь, пожалуйста. Да, пофиг, короче. Тут я уже не хочу. Я просто, знаете, не хочу задерживаться в этих канализациях, поэтому нафиг нужно валить отсюда. Убивать, если это нужно, да, но не больше. Так, главное, знаете, чтобы бумера не было, вот того, что взрывается. Опа. Да. Beautiful weather. Очень. This must be the place. Ночной выживший? Уже утро, ни хрена себе, мы успели как-то. Ага, туда нельзя. Значит, там нужно вот это все оббегать. One day I'm gonna do this and end up landing on a bag of rusty knives. I just know it. Согласен. Savvy, you there? Yeah, man. You okay? I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen. Good. You'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. Ух, это я долго буду открывать, честно. Would I have to search the place? You mean the card might not even be here? It's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before. Твою мать, а? Lost contact with him. Отмычек может у нас полно, но это не означает, что мы это просто откроем. Да короче, иди ты в жопу. Не буду я вот это сейчас сидеть и париться, да? Я согласен, что погодка очень классная. Поищите в контейнерах карточку пропуск. Я чуть не в курсе, это ночь или день. 6 часов утра. Да, на пути, ребята, я вижу намного кто будет встречаться. Смотрите. Твою нафиг. Так, ладно. Быстренько отремонтируем, если сможем. А вот этого лучше просто избегать. Даже не париться. Ну так сначала лучше сюда, да, как я понимаю? Здрасте. Не, ну вот такой лучше их даже так не бить. Твою мать, вот ты сильный паскуда. Там взреватель был. Класс. Так. Это нам что, все лутать нужно? Или это просто нам, ну, дополнительная локация, да, где мы можем сами полутаться, да? Так, наверное, есть. Я чуть не обосрался, когда он сзади всех этих вышел. А что мне делать? Я чуть не догоняю. Поищите в контейнерах карточку пропуск. Каких в жопу контейнерах? Вот в этом, наверное? Нет, не вот в этом.
Так, ладно, ща, ребята, мы разберемся. Вот, вот этот его радиус поражения, вот именно сейчас, это уже жопа, если честно. Ну чё, зараза, а? Вот сейчас хотя бы спокойно, ребята. Вот сейчас уже хотя бы спокойно мы это сможем. Ну, тут ни хрена нету. Опа. Так, ладно. Ладно. Что нам нужно делать? В каких нафиг контейнерах? Я, если честно, не совсем догоняю, что они имеют в виду. Может, вот тут? Нет, тут закрыто. Хм. Ну, раз не тут, значит, тут нифига просто-напросто нету. Поищите в контейнерах карточку пропуск. Тут больше ничего нету, ребята. Если вот тут, значит, я просто дурак. Но... Я не знаю. Может быть, но... Я там ничего не видел. Ух... Туда лучше не смотреть и даже, ну, лучше вообще даже не падать. Holy shit. О, да, я согласен. Вот это аккуратно нужно. Ребят, уже нужно заканчивать давным-давно, мне так кажется. Но все равно, да, это не Pixelmon, но я надеюсь, что вы рады даже большим сериям по Dying Light. Так, ладно. Вот странная погода какая-то, это же сколько? Ребят, вы заметили, что вот сейчас время не меняется, как было 6 часов утра? То есть на нас и не нападают вот эти ночные твари, и, в принципе, и день не наступает. Это будет 1000000% тут. Вы видите, сколько их тут? Ага. Вот в каких нафиг контейнерах. Но там не было вообще даже контейнеров. А тут куча вот этих зомби огромных, да, что кидаются. Поэтому это, в принципе, понятно, что это тут будет. Как нафиг ты сквозь меня... Точнее, сквозь... Так, нужно еще раз пересмотреть, нету ли тут чего-то... Он, короче, в меня туда... Иди сюда, пас. Иди сюда. Ух, твою нафиг. Как меня вот эта хрень бесит, а? И даже нету смысла бить. Они такие жирные, что... Лучше сразу прятаться. Так, тут что-то есть? Полезное хотя бы. Кроме телефона. Нет, ребята, тут нифига. А вот еще один. Ну, вроде все, да? Но нифига тут полезного нету. У меня такое ощущение, что это будет тут 100% где-то. Но тут нельзя зайти. Охренеть, круто. А мы вроде еще вот там не были, или были. Ладно, давайте тогда еще сюда быстренько сбегаем. Были. Да где вот эта конченая... Ааа! Вот это да. Сейчас, ребята, 1500? 1500, хотя это... Great. Now go to the substation. It's close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Куда? Да, ребята, серия обещает быть длинной. Как мне кажется. Хотя давайте уже, в принципе, на этом действительно вот тут закончим и сразу продолжим следующую серию. Ребята, всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Не забываем поставить лайк.